Всем привет! И вот хочу показать начало линьки каспийского полоза. Это только начало, там он еще не видно почти. Вот тут шкурка на нижней челюсти отходит, вот оно. И в итоге она будет снимать его как чулочком. Трогать я это дело пока не буду, пусть линяет сама. А что у нас из этого получится, покажем еще попозже. Вот она полностью будет это дело снимать с себя. Ну-ка, видно, не видно. Вот оно. Вот. Шкурка отходит. И линька началась потихонечку. Процесс трудоемкий. У змейки там для этих целей есть домик. Она будет аккуратно это дело с себя снимать, счищать, цепляясь. Вот оно, шкурка наша. О, хорошо, прям видно, как снимается. И мы оставим ее в покое и будем ждать окончания линьки. Вот такое чудо. Наша девочка каспийского полоза пришла в гости и вот радует нас. Красотка. Приходите, посмотрите живьем. Ждем вас в зоомаге. Пока-пока.